Суд обязал Telegram передать ФСБ ключи шифрования. В ФСБ уверены, что переписку пользователей в Telegram нельзя считать тайной, поэтому ведомство должно иметь право получать к ней доступ без судебного разрешения. Верховный суд России отклонил иск юристов компании Telegram, которые пытались добиться отмены приказа ФСБ по поводу дешифровки сообщений. Об этом сообщают РИА Новости. В удовлетворении иска отказать, огласило решение судья. Теперь у Telegram есть 15 дней, чтобы предоставить ФСБ информацию, необходимую для декодирования сообщений. В компании Павла Дурова пообещали подать апелляцию. Ранее в ФСБ России заявили, что переписку пользователей в Telegram и других мессенджерах нельзя считать тайной, поэтому ведомство должно иметь право получать к ней доступ без судебного разрешения. Напомним, Павел Дуров раньше заявлял, что мессенджер Telegram не имеет никакого отношения к России и не является российским продуктом. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.